Первоуральск попал в пятерку свердловских моногородов с самым низким уровнем безработицы. Ситуация на рынке труда улучшилась в ряде муниципалитетов региона. В общей сложности в моногородах региона насчитывается почти 9 тысяч безработных. Это в 3,5 раза меньше, чем в прошлом году, заявили в Департаменте по труду и занятости Свердловской области. Число размещенных на биржах труда вакансий за год увеличилось с 11 тысяч до 14,5. Сейчас в Свердловской области насчитывается 17 монопрофильных городов. Из них самый низкий уровень безработицы – в Полевском, Нижнем Тагиле, Ревде и Первоуральске. А самый высокий – в Каменске-Уральском, Волчанске, Североуральске, Верхней Туре и Красноуральске.